Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас последний день мая, 31 мая 2020 года. У микрофона Леон Вайнштейн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Сегодня я хочу поговорить с вами о бунтах, которые, значит, якобы охватили, стихийных бунтах, которые якобы охватили, значит, вот Америку. Америка горит. А невероятно странная статистика. В каких городах и с каким управлением, я имею в виду демократы, республиканцы, у нас есть пару городов, где независимые, но, по-моему, так сказать, буквально пару, из крупных, по крайней мере. Значит, в каких вот из этих городах происходят бунты с поджогами там, магазинов, машин, ограблениями, выволоком, вывозом товаров на миллионы буквально долларов, воровство машин с дилерских там, и при этом полиция просто не видно ее, значит, не слышно ее. А, значит, кто командует полицейскими, интересно, да? Мэры городов. То есть от мэра зависит сказать полиции, так сказать, иди и делай что-то, или, так сказать, отойди в сторону, никому не мешай. Под каким-нибудь, может быть, другим соусом, но суть такая, не мешать. А в месте, где все началось, это Миннеаполис, полиция пыталась защитить исключительно себя и свой участок, там, третий, по-моему, так сказать, участок в городе, да? Но когда, значит, никак не сдерживаемая толпа начала бросать бутылки, там, камни в полицейских, то они просто разбежались. И полицейский участок, значит, серьезное большое здание сожгли. Это правда, полицейские простить этого не могли и начали действовать, по крайней мере, в городе вроде арестовали порядка 500 человек, но это единственное, по-моему, место, где вот серьезно кого-то арестовывали, правда? Не переживайте, пожалуйста, их скоро отпустят из-за коронавируса. Только что в преддверии этих бунтов из тюрем США, не федеральных, а вот которые находятся под городским или управлением штата, массово отпускали десятки тысяч заключенных, так как в тюрьме оставаться было опасно заключенным. Они, не дай бог, могли заразиться COVID-19. Вот в то же самое время губернаторы нескольких демократических штатов забрасывали в дома престарелых, значит, этого же самого ковида заболевшими людьми, так сказать, людьми, просто вот, говорю, в дома престарелых, в которых не было никаких средств и возможностей бороться с коронавирусом, отделять больных от здоровых, то есть явно совершенно увеличивали в их городах количество заболевших и причисли стариков. Это самая большая смертность, категория, значит, вот смертности от 70, там, особенно 75-79, так сказать, очень большая. Вот. И, например, губернатор Нью-Йорка Куомо добился замечательных результатов. Он лично этим приказом и, так сказать, приказом посылать и селить в дома престарелых людей, уже, так сказать, зараженных коронавирусом, он лично убил около 6 тысяч стариков и старух. А, значит, ну, их ведь поместили с глаз долой, что называется, с сердца вон, в дома престарелых. Они никому, мол, не нужны, их не жалко, но они могут послужить благородной цели. Значит, создать в стране атмосферу ужаса и желания переизбрать Трампа. Невероятная статистика. В США живет, я один раз уже об этом говорил, 330 миллионов человек. Легальных, так сказать, жителей, так сказать, граждан страны. Плюс порядка 30 миллионов нелегалов, туристов, временных работников и тому подобное. Итого, значит, где-то вот там 360 миллионов человек. Из них 190 миллионов живут в штатах с губернаторами, республиканцами. И среди них, вот в этих, значит, 190 миллионов, было 15 тысяч человек, значит, умерших смертей от коронавируса. А 170 миллионов живут в штатах с губернаторами и управлением демократическими. И среди них было 85 тысяч человек, которые умерли от коронавируса. Значит, как такое может быть, да? 15 тысяч и 85 тысяч на приблизительно равное количество. Даже больше, так сказать. В большем населении умерло 15 тысяч, а в меньшем населении, значит, умерло 85 тысяч. А я вам скажу, этого быть не может. Точка. Значит, где-то идет приписка.
15 тысяч соответствует процентам, которые посчитали на самом деле в Стэнфорде и в Израиле. Значит, умирающих от коронавируса относительно заразившихся. 85 тысяч никак не соответствует. Вот в Нью-Йорке просто, с моей точки зрения, предумышленно уморили 6 тысяч стариков. Они не знали, сколько они уморят, но они знали, что много. Поступало много сигналов. Кому говорили, что там умрут много стариков. Он не отменил свое распоряжение. Ведь представить себе, что Куома такой идиот, ну, что не понимал этого, невозможно. Он может быть убийца, но не идиот, совершенно точно. А сколько смертей, как нам уже сообщили врачи, статистики, потихонечку политики, потому что не все все-таки отъявленные негодяи. Сколько смертей приписано? Значит, я подозреваю, что значит, если у республиканцев записано 15 тысяч смертей, а у демократов 85, то это значит, что 70 тысяч смертей у демократов, ну и приблизительно 70 тысяч, приписаны, значит, этими самыми демократами. То есть, ну, писали врачи, естественно, да, которым дали распоряжение не различать, кто умер от чего, а писать COVID, значит, и тогда они будут получать большую оплату, значит, без COVID, там, госпиталь, например, получает, там, 6 тысяч долларов за больного, да. Как только, значит, у него есть ковид, то с ним сложнее, так сказать, надо там маски одевать, сложнее общаться и прочее, то получает 10 тысяч оплаты от страховки. А если сажал на дыхательный врач, посадил на дыхательный аппарат, то 15 тысяч. И стали писать всем ковид. И стали просто гробить людей. А их не надо было на дыхательные аппараты сажать. Их сажали совершенно на ненужную машину. И сажали, так сказать, их легкие подсаживали. Потому что многим это просто противопоказано. Вот сколько умерло только от этого, меня интересует. То мы же никогда не узнаем. Вот. А теперь обратно к бунтам. Думаете, они спонтанные? Думаете, толпа самопроизвольно организовывается, выходит на улицы, начинает громить магазины? Думаете, в Лос-Анджелесе, в нашем родном Лос-Анджелесе, толпа собралась в даунтауне, там, значит, центр, значит, много черных живут, там, так сказать, легко собирать их. И по непонятной совершенно причине не бунтовала там в даунтауне, а пошла в Беверли-Хиллз сама, колоннами, значит, и никто ее не вел, да? А никто не говорил им, что там их не остановит полиция по дороге, на длинной дороге на самом деле, что в Беверли-Хиллз много магазинов с хорошими дорогими товарами, им никто не говорил, да, и что там не будет тоже полиции. И не остановили, кстати, и грабили именно вот Беверли-Хиллз, там, где прекрасные, так сказать, дорогие и прочие магазины, и тоже полиции не было видно, вообще не было видно вообще. Значит, мне присылали кучу фотографий и видео людей, которые из окон своих просто там оказались в этот момент, снимали. Нигде не было видно только одну вещь, называется полиция. Итак, Лос-Анджелес, город, где управляют демократы. Началось все с Миннеаполиса, демократы. Нью-Йорк, Атланта, Сан-Франциско, демократы. Феникс, Коламбус, Луизвилль, Сакраменто, Сан-Хозе, Даллас, Денвер, демократы. Где еще были стихийные, никем не подготовленные бунты, где толпа собиралась в центре, в каком-то там центре, стояла 2-3 часа, волновалась, собиралась, выпивала, там подогревалась, а потом с наступлением темноты шла грабить, а потом жечь. Сначала грабили, потом жгли. Значит, сначала надо было вынести вещи, а потом жечь. Да? А где же полиция? Почему она их не останавливала? Даже если полиция не знала о том, что соберутся, все равно... Значит, было 2-3 часа подготовиться. Детройт, демократы. Вашингтон, округ Колумбия, то есть наша столица, демократы. Хьюстон, Окленд, Бостон, Чикаго, демократы. Да что же это такое? Я прошел по списку, взяв первые 30 точек бунтов, и ни одного республиканского города. Может, где-то и попались, может быть, но в первые 30 вошли только оплоты демократов. Оплоты демократической партии, я бы сказал так, да? Зачем им это, может быть, нужно? Я надеюсь, что на уровне предположения у нас есть все основания задуматься как над тем, почему у демократов в 6 раз больше смертей от
ковида, да, чем у республиканцев. И также, почему 30 основных городов с бунтами, первые в списке, да, там было еще там немножко, я уже не дошел до конца, а нет ни одного республиканского. Но по интернету уже гуляют предположения, что такие предостережения, я бы сказал, чтобы мы более всего должны опасаться белых вооруженных реднеков, а, значит, для которых Америка самое главное, там в красных шапках там, и тому подобное, трампистов. Почему? Потому что они готовы убивать беззащитных черных. То есть этого ни разу не произошло, но мы должны этого бояться больше всего. Зачем им, демократам, все это надо? А это страховочка. Вот они ведь готовили страховочки, как нам рассказали верхние, значит, чины ФБР, в 2016 году. Готовят и сейчас. Страховочка. Трамп не смог справиться с коронавирусом, и из-за него умерли десятки тысяч. Не важно, что они умерли из-за Куома, там, из других губернаторов, не имеет значения. Вот, и что у республиканцев меньше. Умерли из-за Трампа. Страховочка номер два, скажем так, да. При Трампе полиция убивает черных, и идут митинги, значит, вот, вначале, значит, убил полицейский черного. Кстати, так сказать, вскрытия еще не было, мы не знаем, от чего он умер. Мы видели только некое видео с определенного угла. Мы знаем только предположение, так сказать, выглядит ужасно, да, так сказать, если, я уже говорил, если так оно и есть, то это ужасно. Но пока что у нас нет никаких точных данных о том, что же в действительности произошло. А, значит, при Трампе, как я уже сказал, полиция, значит, убивает черных, и идут митинги стихийного протеста. Никто в средствах массовой информации не называет эти бунты бунтами. А поджоги исключительно, значит, происходят из-за вот спонтанного выражения желания бороться с расизмом. Вот, ну точно как в Бенгази, значит, спонтанный приход террористов с тяжелым оружием. Сколько еще нам сюрпризов устроят демократы перед выборами, я имею в виду. Значит, тогда вот с Бенгази, если я уже вспомнил, да, что они только не творили, чтобы, не дай бог, не подставить Хиллари Клинтон. Да? Врали, обманывали, подтасовывали, бросили под колеса кучу наших ребят, черт с ним, пусть умирают. Главное не тронуть Хиллари Клинтон. Отмажем ее всеми силами. Это из-за фильма, который прошел на Ютьюбе в Америке. Такой был страшный бунт по всему миру. И вот убили нашего посла в Бенгази. Атас. Вот все делается для того, чтобы мы стали жить хуже. Чтобы мы стали жить, чтобы мы разобщались. Чтобы мы жили в страхе. В страхе и ненависти друг к другу. Зачем? А чтобы они вернулись к своей сытой, обеспеченной жизни, передавая насиженные свои теплые места своим детям. А, ну, или давая детям зарабатывать, да, вот, бешеные деньги. Ведь они глобалисты, они человеколюбы, они борются за равноправие, а где все, кроме них, равны. А они равнее. На этом все. До свидания.